Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня хотелось бы показать сбор дикоросов. Приехали за голубицей. А вот это вот совок. Это бабушка. Сейчас молодые люди не собирают такими совками. Видите, вот совочки. Вот будем собирать совками. По-якутски его зовут кикуябл. Молодые они сделаны из бересты. Вот. Наша бабушка, тетя Дуся, тетка моя. Видите, у нее какой вот совок. Это супруга. Вот он, совочек. Вот совочки какие. Голубицы. А это и вот так делаешь. Вот. Сейчас покажем, как работает берестяными совками. Венки собирает вот голубицу. Вот такими совками удобно брать голубицу, она не мнется, говорит бабушка, потому что это берестяной он. А простыми железными совками ягода там не растет, бабушка говорит, когда собирает. Это проверено уже с годами. С таким совком не собирать можно ягоду, а простыми, железными, которые выпускают, той ягода не растет вообще после тех совков. Вот, посмотрите, какие совки. Коля брахтат. А то был Коля брахтат. А я нам бы пытал, то он тягал боллагады. Таких совков, вот эти хаса старый был примерно. Примерно был, то он нахвалу. Лет 60, говорит, этому совку. Лет 60, это совком, а это... А вот это совок моей матери тоже, покойницы. Тоже он 40 лет хранился у меня. А сейчас перешел ко мне, я им собираю совком. Людей, которые собирают совками, осталось очень мало. Сейчас только это пожилые тоже люди собирают. Бабушки, надо. Молодежь таким совком надо. Собирать не сможет. Посмотрите, ага. Я забыла, дитя Магавара Гайдяну Лехпан. Там бы взяла, она и делает. Вели Гайдя, вот бата. Работаем. Маны были лиллер были. А где у маны было? Кого делать? Хугуна херга не часто рогом был. Хугуна агаяхти маны кузи. А маны хохва, а бизди ляна когот был. Мачки хохва биткази. Дай-ка я вот эти вот сниму ягоды. А ты крова. Вот она, иди, голубица пойдет. На кустах растет. Она маленько обканула. Вот сейчас бабушка, смотрите, вот как. Маленько обканула. Вот голубица. Вот она, голубица тут. И бабушка сейчас продувать ее будет. Вот она совком набрала. После дождя, вот смотрите, голубица на кустах. Вот она растет. Уланалик. Мне оксоргунан тон хайема. Бу алларының көштігі де бидді, ол алларының балы. Балы.
Буде кинен. А ще куралики бит дигиге. Куралик хиктях пагай. Хиктях бит куди. Он бяхе бачакел бит пите. Вон хараса рахта такканы чуай. Вон на кенника гыга каян калбары рахта баккан кает. Сразу листву выдувает, да. И сыпят. Чистится, да. Чистят сразу ведро. Ну. Посмотрите. Манник. Угу. Чистый. Вот сейчас вот обдули ее. И чистые ягоды стою. Никакой барока нету тут. Угу. Сукой берема, чего это граста, на бухитях волны ставить. Это блин куро, а я кто ну. Все, эти красные. Вот собранная голубика совком, посмотрите. Бабушка вот выдула сразу листки, и голубица чистая стала. Да, голубица чистая. Вот не собирать так. Идти в Аллар. Алларан на сетях появились. Алларан на сетях, ага. Вот он туесок, ивентийский туесок, не туесок, а его им собирают голубицы, посмотрите. Это сделан для сбора голубицы специально, из бересты сделанный. Вот посмотрите. Делается ободок из столы. На него шьют. Смотрите, вот это сухожилие диких животных. Вот она, нитка из жил с ног диких зверей. И шьется вот такой вот, посмотрите, я крупным планом вот шьется. Вот, специально сделанный, ага. А вот она, ручечка у него, вот такая вот, обшивается, видите, вот. Вот внутренняя часть. Сейчас я покажу. Вот столы. Название у него куябл зовут. А на него, видите, крепится как сухожилиями. Ну, прошивается это все иголкой. На нее одевается нитка. Ее жилку эту скручивает. И вот она вот так вот шьется. Под конусом. Видите, вот он под конусом вот так сделан. Видите, уже от работы. Это туесок шила моя мама 60 лет назад, когда я был маленький. Она шила этот туесочек для сбора голубицы. Видите, он уже весь порепался. Матери уже давно нету. А куябл я храню. Сохранился. Вот тетка у меня еще живая, которой 83 года. Вот мы с ней сидели рядом тоже. Собираем голубицу. Только молодежь сейчас не умеет собирать куяблом. Вот этим вот. Название у нее куябло.
Русские правильно его зовут совочек. Совок для сбора ягоды. Вот так он, видите, как вот под конусом, смотрите, большим планом. Вот сделан конус, чтобы ягода не высыпалась. И легким взмахом руки женщины собирают, бьют по голубице, и она сваливается вот в эту корзиночку. Вот она. И на дне, а потом ее высыпает ведро. Совочек. И работает им вот так вот. Резким ударом. Многие люди говорят, что от совка, кто собирает совками, портится ягода, ветки повреждаются и не растет. Но это глубоко ошибаются люди. Совок для сбора ягоды, брусники, например, сделан с металла, с прутьев. Вот он обдирает все ягоды, мнется. И поэтому ягода там не растет, совки. А вот берестяные совки, ивенкийские вот такие вот, вот они не повреждают, потому что очень мягкий удар получается. Листва отходит, ветки голубицы отходят, и ударом, резким ударом его собираешь. Видите, вот какой он совочек. И никакого вреда он не приносит природе. Потому что я каждый год собираю совком на одном и том же месте. Ягода каждый год там растет. И никакого вреда не наносит природе, можно сказать. Вот такой вот туисочек. И совочек, можно сказать. Ну, их и туиски, и совок зовут в основном. Видите, под конусом идет нижняя сторона, вот. А верхняя сторона шире. И вот, вот она, ширина ионная. Сантиметров 30, да, говорю, 30, больше, ну, до 50 сантиметров делают саму вот эту вот гань. А когда уже идет вниз, уже уже, посмотрите, она идет, чтобы ягода не высыпалась, это вот она, посмотрите, такие совки сейчас сохранились редко у кого. Потому что мастеров их делать уже нету. Многие пожилые люди. Остались такие старики, которые могут сшить вот такой прекрасный совочек из бересты. И вот так вот им работает. Вот, закончили сбор ягод. Голубицы совочками вот этими. Посмотрите, кадрехни, короты. У бабушка. Внук, иди с дедушкой, встань. Иди сюда с дедушкой, посмотри ягоды. Покажи маме на ягоду. О! Это последние вздохи. Осень наступила. Видите, вот собираем голубицу. 1 сентября. Ну, 1 сентября сегодня в школу дети пойдут. Завтра в школу. Ну. Всех захватывает? Угу. Вот золотая осень, посмотрите. А. И все пожелтели. Давайте я вам стих спою. Унылая пора, осей очарование, приятна мне твоя осенняя краса. Люблю я пышные природы увидания, багрец и золото одетые леса. Да, внучек? Все, привет всем, ага. Привет, привет. Всем привет. Ага.